Товары сингапурских производителей будут впервые представлены на торгах БТБ. Речь идет о реализации высокотехнологичного промышленного оборудования на площадке импортозамещения. С этой целью на бирже аккредитованы две новые компании и в ближайшее время планируют выставить первые заявки на продажу. Отмечу ранее, сингапурские компании участвовали в торгах только в качестве покупателей. Всего на БТБ аккредитовано 9 резидентов из этой страны.